Здорово всем! Сегодня разборка посылки. Заказывал промышленную кофемолку на 800 грамм с Алиэкспресса. Вот. Пришла примерно за месяц. Стоила 3900 с доставкой. Там 3900 с копейками. Вот. Сейчас посмотрим, что приехало. Там уже что-то слышно болтается. Гномики китайские. Вот. Так, тут уже пленка пошла. Так. Вот, и опять же, ссылку оставлю в описании. А, вот, пришло мне с деком. Так, сейчас я тогда это вытащу, наверное. Не вытаскивается. Ладно, сейчас коробку раздербаним. В комплекте должны быть дополнительные ножи, сито вроде как, какие-то ключи, не знаю, сейчас посмотрим, что положили. Прям хорошо так запаковали в пенопласт все. Так, это... Да, это не поймешь, как они. Так. Так, правильно. Какие-то ключи уже вижу. Так, вот, как. Тут даже вилка подрашена есть. Так. Ремкомплект как раз, как я и говорю. Не знаю, сито есть, нет. Сейчас посмотрим. Так, тут, собственно, щетки. Вот, ключ какой-то. Затычка. Две лопатки. Лопатки, конечно, все тупые. Да, просто выгнутые. Вот, вилка с какого-то, с американского, с китайского. Вот, кисточка там пыль, наверное, протирать. Какой-то штырь еще. Вот, еще посмотрим. Собственно, что тут. Так. Так, сита нету, наверное. Так, вот тут такая губка для мытья посуды. Так, и сама кофемолка. Так, оп. Так, еще там. Так, вот так, наверное. Что-то еще внутри гремит. Так, а вот это затянуть надо. Оно болтается. Так, вот опять же кабель. Любимый китайский. Самый лучший. Так, это все. Нафиг. Так. Достаточно небольшая, но вместимость у нее видно, что хорошая. Так, это как-то тут. А, это поворачивается вот так. А, сито есть. Сито эконом-класса, скажем так. А вот сколько оно тут. 11 сантиметров. Вот. Ну, чек тут миллиметр стандартно, в принципе. Так. Вот такая крышка, достаточно увесистая. Какие-то тут даже наклейки. Вот. Вот такие вот лопасти, лопатки для помола. Так. Тут ее наклонять можно, трясти. Кто-то там ее трясет, смотрел, китаёза. Вот. Так, сейчас посмотрим. Подключается она сюда. Получается вот так.
Сейчас тогда ее сразу подключим, посмотрим, что она рабочая. Ой, тут замотали-то как. Так. Ну, сейчас рем покажу, что тут конкретно уже. Да, и какие-то пробочки. Так, это вот крутилочка, как я понимаю, вот это время. Так, это под ключ штук. Так, тут еще что-то застряло. А, вот они. Ага, вот. Я как раз тоже им заинтересовался, где они, думаю. Если снять вот эти лопатки, там стоит вот такой вот, не знаю, что это. Вот какая-то такая пенная, не пенная, войлок какой-то, типа войлочных каких-то пыжиков таких. Вот, их тут, что, сколько их тут? Штук 7-5. 6 штук их тут, вот. Это опять же какие-то затычки. Даже не знаю, куда они их, куда их пихать. Винты какие-то, лопатки. Так, вот пара щеток. Разочек поменять. Вот. И вот переходник как раз. Да, самый китайский. Так, вот. Как он тут. Так. Вот так, что ли. Тут это вот непонятный момент. Как они это хотят вставлять-то. Вот так, наверное. Так, так, что-то оно. Так, ну, так, о, все, вставился, плотно. Так, сейчас крышку тогда ставлю, в холостую коротенечко запустим, посмотрим, что она моет. Сейчас чуть-чуть время поставим. Так. Вот, ну вот она по таймеру работает сколько-то. Вот отсюда заметил, сразу уже дует воздух, то есть охлаждение мотора самого. Так, сейчас посмотрим, что на ней написано. В камеру, может, видно будет. Так, 800 грамм. Так, это тут что-то по-китайски. Так, 550 ватт. 220 вольт. Хотя тут 550 ватт, тут 3000. Ну, 550, короче. Вот, 3-4 тысячи оборотов в минуту. Так, ну и все, в принципе, тут. Все остальное на китайском. Вот, то есть тут сбоку прослаблять можно ее, наклонять как угодно. Вот тут опять же шнур такой вот, длинный, скрученный. Вот, зафиксировать можно. Сыпать тоже удобно. Так, вот тут лопатка. А, лопатка вот как раз за нее держаться аккуратно. Сыпал, поднял и закрутил. Так, вот она 17-го года написана. Сделана вот. Ну, в принципе, меня все устраивает. Достаточно, думаю, с ней будет удобно работать. То есть она большая. Сейчас даже скажу так. Сюда померяем дыхало ее. Так. Ну, тут резинка стоит. Как типа силиконовый какой-то. Поплотнее. Вот. Дыхало тут получается какое. Дыхало вот 15,6 инч, вот, и высота получается тут 8 сантиметров. Вот, ну, думаю, по объему тут сколько? Ну, думаю, литр тут будет, вот. То есть, опять же, непонятно чего, 800 грамм. Ну, вот так вот. Ну, вот, собственно, все, наверное. В принципе, мне кофемолка нравится, то есть за эти деньги, за те, что я взял, как бы она того стоит. Вот, и, в общем, кому надо, ссылку в описании кину.
Вот. Ну, на тот момент, как я брал, там 3900, и сейчас она тоже стоит там 3900 с доставкой. Вот. Ну, в принципе, все. То есть отпишусь там, как что будет работать. Вот. Вот эти войлочные пыжи, конечно, лучше съемную тару было бы, вот, потому что чтобы не засыпалось туда точно. Ну, в принципе, вот так. Вот. То есть можно ее, наверное, разобрать будет, глянуть, как она тут сделана. Да, вот внизу как раз у нее вот, тоже охлаждение, как я понимаю. Ну и провод крепления. Так, ну, в принципе, все, наверное. Всем пока.